Всем привет, мои дорогие, с вами Оптимистика, и мы начинаем нашу очередную распаковочку. Давайте смотреть, что пришло. Пришли дождевички для моих малышей четырехлапых, у нас их трое на всю семью. Я заказала в одном магазине, очень была приятная цена на всех троих. Так, пакетика три, точно. Давайте смотреть, что пришло. Значит, вот этот дождевичок я заказала размер 5XL, он на нашу девочку большую. Девочка весом 30 килограмм, по идее, должно на нее подойти. Давайте смотреть качество. Ну, что сказать, качество отличное. Балонь. Смотрите, изнутри сеточка, сетчатый подклад на протяжении всего комбинезона. Что мне понравилось? Мне понравилось, что тут застежки липучка. То есть вы липучку застегнули, и все, и у вас собачка полностью одета. Вот небольшие ниточки, вижу, торчат. Ничего, это можно все забрать. Так что, смотрите, на рукавах есть фиксаторы, то есть можно утянуть по размеру лапки собачки, сделать все. Но рукавчики не очень длинные, прям отлично. Это курточка, это не комбинезончик, это именно куртежка. Вот такая яркая для нашей девочки. Мне прям нравится. По низу тоже кулиска. Так, давайте вскрывать следующую посылочку. Это для нашего малыша с большими ушами. 10 килограмм. 3XL мы взяли. Взяли вот такую расцветочку. Очень симпатичный, с капюшончиком также. Все точно, да, на капюшоне тоже есть кулиски, то есть можно утянуть. Также кулиски на рукавчиках. Тут у нас также липучка, застежка до низу. И по низу две утяжки, чтобы утянуть на нужный размер. В общем, я комбизиком тоже довольна, наш малыш. В крайнем случае, если я тут попробуем утянуть, видите, тут утяжка идет прямо отсюда. То есть вы регулируете прямо по пузику, по вашей собачке. И фиксатором фиксируете просто. Посмотрим, я думаю, должно подойти. А спинка у него длинненькая, то есть как раз он будет полностью накрыт. Такой хороший комбизик, ой, не комбизик, а плащик на лето. И нашему пакостному малышу маленькому, который у нас смесь вайт-терьера, я так подозреваю, и Джек Рассела. Вот такой камуфлированный. Тайсон его зовут. Вот такой камуфлированный плащик. Есть, да, у них петелька под ошейник. Я не всегда ее использую, нам она не всегда удобна, но есть. Кстати, если капюшончик мешается, его также можно утянуть по максимуму, да, на фиксатор посадить, и все, и он будет просто таким воротничком у собачки. Также для лапок фиксаторы. Все тут есть. Я так думаю, что должен нам подойти. Застежка. Размер 2XL мы взяли, вес у нас 8300, должен подойти. Вот, в общем, теперь только примерка. И продолжаем нашу распаковочку. Вот еще несколько посылочек подоспело, давайте смотреть, что пришло. Значит, тут у нас сыворотка, я так думаю, какая-то, что-то я заказывала. Заканчиваться начала, и я как бы заказала сыворотку, наверное, с витамином С. Судя по этикеточке, будем переводить состав. Алоэ вера экстракт точно вижу есть. Так что уже хорошо. Причем не на последнем месте. Несколько других экстрактов. Мы с вами будем переводить все и смотреть, как этим пользоваться. Давайте посмотрим. Я сейчас вскрою упаковочку. Видите, все запечатано в слюду. Сроки годности у нас до 28 мая 2024 года. И мы тут сейчас вскроем как раз сразу упаковочку. Очень тугая упаковка. Хорошая такая.
Быстренько вскрываем. Маленький флакончик. Тут объем всего, сейчас скажу вам, 10 мл. Но так как расход 4-5 капель на прием, инструкция есть, то хватит на курс приема. Давайте вскрывать аккуратненько. И смотреть, такую сыворотку я заказываю первый раз. Вот такой флакончик красивый. Значит, давайте сразу на руке опробуем. Сыворотка достаточно жидкая, достаточно жиденькая. Давайте смотреть, капаем капельку. На лицо нам 4-5 капель, а здесь достаточно, в принципе, одной, чтобы посмотреть эффект. И начинаем распределять. Легко распределяется, впитывается, такая нежная, не оставляет жирного блеска. Увлажняет, сразу видно. Смотрите, это без сыворотки у нас ручка, это сыворотка уже хорошая. Всегда проводите тест на аллергию, если вы знакомитесь с каким-то новым средством, неважно, дорогая это косметика или недорогая, в том плане, что кожа может быть подвержена аллергии на любое косметическое средство. Будем тестировать уже дальше на лице, посмотрим. И вскрываемся дальше с вами. Тут у нас пришли очки. Вот последний, который я заказывала в магазине Шауна. Форма немножко другая, потому что у тех моделей, которых у меня 3 штуки, именно такой оправы не было. Поэтому мы с вами вскроем. Вот смотрите, все удобно так, хорошо тоже запечатано в спине на пенопласт. В итоге я получила вот такие серебристые очки. Нет, они, конечно, прикольные, но... хотелось в прозрачной оправе. По фото очень трудно было определить. Сами очки классные, но соупоры литые. Как всегда, маркировка модели на внутренней стороне дужки. Там у продавца было 2 спорных фото. На одном они как бы прозрачные. Видимо, это был отцвет именно от бликов. Значит, без градиента линзы. Темные, чуть зеркальные. Буду мерить. Вот такие очочи получила. Жаль, что не прозрачная оправа, а серебристая. Хотела прозрачно. Давайте вскрываться дальше. И у нас с вами посылочка. Пришла моя сиреневая футболочка, которую пришлось заказывать аж 2 раза. Первый раз продавец не отправил. Очень аккуратно вскрываем, чтобы не порезать само изделие. Давайте смотреть, что пришло. Ну что, визуально вроде соответствует фото. Я брала размер 2XL. Брала носить с сиреневыми брючками, да с чем угодно. Такие футболочки, они в принципе подойдут под любую одежду. Давайте вскрывать. Меня интересует больше качество. Совсем неприятное или все-таки ничего так? Этикеточка есть. Качество достаточно неплохое. Не совсем обычный трикотаж. Этикеточка просто лежала. Видите, ее даже не прикрепили. Подложка из бумажки, мы ее выкидываем. Очень симпатичная футболочка. Хорошо прошита. Смотрите. Такой вот трикотажик легкий с напылением. Я так думаю, что это полиэстер. Но он достаточно легкий. Сейчас металлик вообще в моде любой. Так что мы попали с вами в точку. Я думаю, что в 2023 году тоже так будет. Так, значит, у нас тут только размер, этикетка. Составом этикетки нету. Ну, я так думаю, что это полиэстер. Это полиэстер, потому что на хлопочек не тянет, но неплохой. Изнутри приятный и очень-очень легенькая. Сейчас я вам померю в размере 2XL обхват груди и длину изделия. Значит, обхват груди у нас получается 112 сантиметров, 112-114, где-то так. И длина изделия от плечевого шва 70 сантиметров, то есть такая не коротенькая. Ну что, будем мерить, посмотрим. И продолжаем нашу распаковочку. Так, это должна быть подставка для телефона с подсветкой. Смотрите, как упаковано, полностью залеплено скотчем. И теперь нам надо вскрыть так аккуратно, чтобы ничего не повредить. Всегда стараемся скрывать очень аккуратно вещи, чтобы не повредить
то, что внутри пакета. И вуаля. Вот мы достаем коробочку. Смотрите, вспененный пенопласт дополнительно упакована. Открываемся. Продавец нам на совесть постарался, чтобы упаковать. Вот такая красивая коробочка приходит. Которую тоже можно под что-то использовать потом. Кстати, вот эти вот коробки фирменные, они очень-очень прочные. И очень хорошо используются. Смотрите, запечатано. Пропечатано, видите? Снимаем. И вскрываем, посмотрим, что же это пришло. Смотрите, какая интересная штучка. Так она выглядит, цветовой диапазон. Вот. Штучка это для телефона. Давайте аккуратненько, да, спрямим. Так, аккуратно снимаем. Вот. Тут у нас залеплено пленочкой. Это магнитик для крепления телефона. То есть этот круг мы крепим туда, где нам удобно, на телефон, за счет липучки. То есть данная штучка крепится как к ноутбуку. Подсветку можно сделать вот такую слабенькую над клавиатурой, так и к телефону. Свет я сейчас погашу, чтобы вы видели примерно. Вот видите, как вот такая подсветочка. Очень миниатюрная, очень приятная. Для ночи просто отличный такой вариантик. Подойдет для небольшого ноутбука, планшета и телефона, смартфона. То есть можно телефон и вот так держать, если вы играете, допустим. И вот так. Давайте смотреть. Пришла джинсовая юбка, которую я писала в анонсе покупок. Давайте смотреть, что пришло. Я выбирала между черной и синей. Выбрала все-таки черную. Ее размер 3XL. Юбка еще и с ремнем. Цвет красивый. Цвет красивый, сразу говорю. Но как по размеру, давайте смотреть. Значит, этот джинс в меру тонкий, не слишком плотный. Вот такой ремешочек идет в комплекте. Про ремешок вообще теперь я не ожидала даже, что он будет, честно говоря. Но очень симпатичный. Девочки с большой талией. Прям наш вариантик. Я вам сейчас скажу до первого деления и до последнего, значит, наш ремешочек. То есть дополнительно к юбке. Давайте от этой вот, от штекера меряем. И до первого. Значит, первое отверстие талия 87 и последнее 106. Юбка классная, с кармашками. Это вот кармашки спереди. Пуговки все проклепаны. Запаха какого-то резкого нет. Джинса очень мягкая, приятная. Юбочка застегивается на пуговке. Значит, единственный минус – пуговки не прорезаны. То есть их придется прорезывать. И давайте смотреть. Меня больше беспокоит обхват талии. Обхват талии 82 у нас получается. Не скажу, что юбочка тянется. По бедрам юбочка у нас получается тоже 108. И она не тянется. То есть надо было брать размер больше. Это очень грустненько, потому что юбочка действительно классная. Давайте дальше. Здесь у нас сборная посылочка. Здесь в этой сборной три посылки. И мы сейчас все три с вами посмотрим. Так, тут у нас какая-то... А, блузочка Занзе типа джинса. Но это даже... Это вискоза. Такая шелковистый материал. Размер 3XL. Кармашки отстрочены на груди. И они без клапана, а чисто вот такие кармашки. А клапан как настрочен. Очень мятенькая, конечно, неприятно.
Ну, что поделать. Обхват груди 58 на 2, 116, даже можно 118. Должна подойти. Буду мерить. Так, в принципе, мне понравилось. И снизу она такая полукруглая немножко. Вот так вот. Жеванная, очень трудно показать. Пошив хороший, материальчик приятный такой, как шелковистая вискоза. По составу сейчас скажу. Занзе у них обычно есть. 40 полиэстера и 60 вискозы. Ну что ж, верю. Хорошая, симпатичная. Такая будет немножко с блеском вискозным, но очень приятненькая рубашечка. Давайте дальше. Скоро здесь, наверное, бельетовая рубашечка пришла. Вот такой красивый цвет взяла, что-то мне захотелось. Зелененькая. Давайте смотреть. По материалу, значит, так, материал легкий. Давайте смотреть по изнутри. Вот посмотрите, вот такая строчка немножко не прошита. Значит, никаких опознавателей размера нет. И вообще, вот судя по ощущениям, рубашка какая-то мелкая. Давайте сейчас застегнем и померим обхват груди. Потому что я вот прям вот вижу, что она очень-очень маленькая. Да, обхват груди 102. И вот что мне с этим 102 делать? Вот она узенькая, маленькая. Вообще какая-то прям... К низу еще сужается. В общем, ужасная. Буду тоже спор открывать по ней. Какая-то у нас прямо эта партия вот эта пришла не очень. Осталась шуба, которую я боюсь, что будет не шубой. Давайте вскрывать, смотреть. Я уже приготовилась расстраиваться. Будет что-то. Да. Во-первых, это будет чисто не шуба, а кофта. Во-вторых, с грязным каким-то пятном. Это точно не соответствует фото продавца. Давайте померим обхват груди хотя бы. Значит, обхват груди у нас хороший. 132. Длина рукава. Вот такая вот меховая кофточка. Это точно не шуба. Я думала, что хотя бы будет шубка. В общем, буду разбираться со службой поддержки. Все, мои хорошие, спасибо, что досмотрели до конца. Это были все посылочки на сегодня. Надеюсь, моя распаковка была интересной и полезной. Если какие-то вопросы у вас возникают по техподдержке, как открыть спор, как правильно что сделать на AliExpress или Joom, всегда обращайтесь ко мне, я всегда отвечу на все ваши вопросы. По крайней мере, поделюсь тем, что знаю, а закупаюсь на этих маркетплейсах я уже порядка 10 лет. Все, пока-пока, с вами была ваша Оптимистика.